Поздравляем с победой. Непростой матч против весьма такого дерзкого торпеда. Каким он был со льда? Да хорошая рабочая игра. Много работ было сегодня, поэтому приятно побеждать. А сегодня у вас Сухарь. Насколько непросто было удерживать нападение соперника сегодня? Да, они такие вариативные ребята, быстрые, атакующие хоккей играют, как бы, поэтому и много работы было, повторюсь. Ну, хорошо, что так сложилось. Соперник чуть больше бросал нас сегодня. Все-таки вот насколько вы между собой в раздевалке можете в перерыве обсуждали, что надо сопернику не давать этих шансов атаки? Ну, что мы там что-то наигрываем, что торпеда вот наигрывает, поэтому тут сложно, игра складывается всегда по-разному. Сегодня они перебросали нас, завтра мы там перебросаем в другую команду. Надо играть по ситуации, уметь из любой ситуации правильно выбираться. Весьма эмоционально в конце болельщики были рады этой победе. Насколько вам приятно, плюс Сухарь, домашняя победа такая? Мне кажется, сегодня очень было круто по плане поддержки. Да, в принципе, каждую игру, наверное, тут приятно. Болельщики гонят нас, стараются подбадривать, даже если что-то не получается. Всегда приятно побеждать, а если Сухарь, вдвойне приятно. Ну и в завершение, многие ожидали, наверное, результативной игры. Сегодня что все-таки стало ключевым фактором, что наоборот, всего лишь такой футбольный счет 1-0? Ну, вратари, наверное, сегодня хорошо поработали. После игры хорошо покушали.